Напоминаю тем, кто проснулся только что, 4 года мы сегодня отмечаем со дня запуска обновленной версии программы «Утренний кофе», которая продолжает радовать вас в прямом эфире каждый день, каждое утро. Утро началось с радостной даты. Сегодня 4 года отмечает программа «Утренний кофе» после возобновления вещания. Первый эфир после перезагрузки показали 24 августа в 2015. И сегодня все ведущие утренней программы вместе вели эфир. Если наш неизменный дуэт Юлия Дудникова и Алексей Вербицкий работали в студии, то сладкая парочка Антон Богданов и Анастасия Буравнева веселили красноярцев в центре города. С самого утра у памятника Поздееву развлекали гости футбольным фристайлом и праздничными коктейлями. А наша любимая пара интеллектуалов Валентина Самодасюк и Александр Прудников отвечали за музыкальную часть и эфирили прямо с теплохода. Директор телекомпании «Афонтово» Светлана Середа вспоминает, когда 4 года назад предложила старожилам взяться за старое, а новичкам попробовать себя в утреннем эфире, не все были уверены, что получится. Но сегодня сомнений нет. Не возродить ее мы, в принципе, не могли. По той простой причине, что ее очень любил зритель. И команда, которая собралась у нас здесь, и как-то мы быстренько ее собрали. Она была великолепна, профессиональна и очень-очень... работала на результат. Легендарная программа быстро вернула себе любовь зрителей и рейтинги. И главное тому доказательство. Весь день в социальных сетях телезрители писали трогательные слова, а студийный телефон разрывался от звонков с поздравлениями. Люблю вас, потому что вы яркие, интересные, веселые. И хочу, чтобы вы оставались такими и впредь. Ведущий Антон Богданов рассказал, именно благодаря работе он каждое утро осваивает что-то новое. И все это в прямом эфире. Просыпаюсь, улыбаюсь, на работу собираю, узнаю прогноз погоды. Режиссеры, продюсеры, операторы всегда за кадром, но их вклад в общее дело огромный. Операторы в утренней программе многозадачные. Иногда им в буквальном смысле приходится браться за поварешку. Скажу по секрету, дорогие телезрители, что Сергей Кашин у нас не просто замечательный оператор, но еще и повар по совместительству. И иногда, Сережа, тебе приходится, да, помогать нашим ведущим, готовить. Да, частенько в утренней программе в нашей мы что-то готовим, но не всегда мы укладываемся в... во время, которое отведено на кухню, и за кадром мне приходится все доделывать. Мало кто знает, но работа утренних продюсеров продолжается и после эфира. На часах уже час дня, а они все еще на ногах, все еще на своем рабочем месте, готовятся порадовать вас уже завтра. Ну а мы не будем им мешать. Еще один важный человек – главный режиссер. Он из аппаратного блока управляет всем, что происходит в студии. Если кто-то не запудрится, конечно, и начинает блестеть, я ругаюсь. Могу даже горячим словцом подкинуть. Но для дела это помогает всегда. Внимательные зрители, конечно, заметили, к празднику принарядилась и студия. В новом сезоне обещают еще больше новых интересных рубрик и самых зажигательных гостей. Следите за бодрящими эфирами. Дорогая, прекрати размахивать ножом просто так. Без остановки. Знай, что поможет тебе утренний кофе.